Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в черепашки-ниндзя-легенды. Ежедневные награды я забираю. Пойдем также откроем колоду и глянем, что нам выпадет. Кирби. Естественно, его издалека можно узнать. Берем реворд за выполненное задание. Так, и сегодня, друзья мои, я пройду серию испытаний полностью. Помните, я вам обещал в прошлой серии, что мы допройдем все вот эти вот оставшиеся задания и получим сундучки. Ну что, приступим. И начнем, пожалуй-ка, мы вот с этой миссии. У нас здесь, ага, Ксивермонте с 80 уровня, да? Пиццелицы 79 и Карайка-змея 80 уровня. Естественно, не молоко. Начинаем, ребят, с вами бомбить. Так. Ксивермонтес, ну, в первую очередь, конечно, нужно его уничтожить. Почему? Я вот не могу одного понять, друзья мои. Почему у них опупенная инициатива? Тем более у каких-то хмыреночных ботов, понимаешь? Ладно, вот этот, как бы, главный, основной персонаж. Ну, вот этот-то какого фига? Вот Маузер этот лезет и клан Футовиц. Не пойму. Ладно, в любом случае, мы сейчас этих сосуночков разберем. Надеюсь, без проблем у нас все это пройдет. Опс, отлично. Переходим с тобой на вторую волну. И здесь у нас, ага, Пиццелицы, Змея Карай. Начну-ка я, пожалуй, с Пиццелицева. Надо его хотя бы, во. Самое главное, заблокировать ему способности. И, как говорится, дела пойдут сразу в горы. У Рафаэля, кстати, очень был слабый удар сейчас только что по Пиццелицеву. Не знаю, с чем это связано. А вот то, что мы броню сняли Карайки Змеи, это очень хорошо. Так, тихо, 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 не надо буянить, парень. Ненавижу, когда они делают массовые атаки. Ах, ты посмотри, что получается. Так, у нас есть... у нас есть небольшое преимущество. Потому что двойной удар делает у нас Бакстер Стокман, Леонардо и все. А, нет, и Усаги. Ну, Карайку, я думаю, мы сейчас завалим. Окей. Этого тоже клан Футов сейчас бомбанем. Также вот этого, но не уверен, что сразу же, да? Понятно. Все-таки еще повыпендривался. Ой, ребята, слушайте, у нас очень мало хп. Нам нужно с тобой захиляться. Отхил никогда не бывает лишним, запомни это. Минус. И последнего ханыгу сейчас мы с тобой бомбанем. Так, у него месть. Правда, за кого он будет мстить, я не знаю. Он уже сам просто отдуплился. Ну, в общем, это у нас каточка прошла идеально. Но не забывай, что здесь очень рискованно играть, ребят. Бывали такие моменты, что у меня даже уничтожали персонажей. Надеюсь, этого не произойдет. Давай здесь попробуем. Вот, кстати, вот эта катка, где именно Бибоп и Рокстеди, они самые мощные, потому что у них удары божественные. Особенно вот эти вот не массовые, а как тебе сказать, самые последние прокачки, короче. Так, тихо. Ненавижу их, а, этих вот паршивцев. Ну и Ваньку Стиранку, естественно, тоже здесь надо бомбануть. Вот, вы видите? Вы видите, что он сделал с одного гранатомета? Друзья мои, захиливаемся срочно, потому что очень критично. Так, Ванюшу надо отсюда убрать как можно скорее. Даже Лео не смог его пробить. Делаю выводы, насколько он силен. Так, этот получит свое. И остается вот этот, последний у нас. Сейчас мы его добьем. Ого, не вышло даже. Блин, надо было мне уклонение ставить. Ё-моёшечки. Ладно, будем надеяться, что здесь мы все-таки не дадим им спуску и будем делать массовые атаки. С ними шутить, я серьезно говорю, лучше не стоит. На авось здесь не прокатит. И Хан, давай тоже массовую атаку. Хан почему опасен здесь, ребята? Он может понизить нам атаку и броню, и тогда нам будет здесь очень-очень больно. Я думаю, что здесь лучше, конечно, уничтожить нам Рокстеди. Окей. Ну и добиваем Бибопа. Найс, друзья мои. Опять же, мы прошли с вами идеально. Но не забывай, что у меня сейчас идет откат по суперударам. Что на Лео, что на Усаги. А это не есть гуд. Также у нас, по-моему, отхилы все в откатах. Ой, как же это опасно. Хотелось бы, конечно, взять Железноголового, вот только вместо кого? Вместо Майки. Как бы нам провокатор бы не помешал. Ё-моё, тут Бакстер Стокман, Острозуб. Или Зека взять. Вот хорошо, когда есть выбор у тебя, да? Между персонажами, кого взять. Если бы его не было бы, ребят, дела бы были намного хуже.
Так, этот гриб человеку делается. Ой-ой-ой, тихо, ну-ка врежь ему. Отлично, Раф. Так, все-таки, друзья мои, я применю уклонение. Я боюсь, что Бакстер Стокман сейчас что-нибудь сделает. Вызовет своих маузеров или еще что-нибудь. Хотя нет, уже ничего не вызовет. Мы его заглушили, повесили на него немоту, да еще и добили. Так, минус гриб. Ну и этого мы тоже с тобой должны, в принципе, добить. Но Майки, конечно, этого не сделает. Слишком слабоват. Лео, да, вполне. Переходим с тобой на вторую волну и смотрим. Здесь у нас, ага, муха и острозуб. В принципе, насчет мухи я не волнуюсь, а вот острозуб, если честно, меня немножко раздражает. Ай-яй-яй, не заблокировали мы ему способности, поэтому давай так вот сделаем. Отлично, так, ну что, муха, теперь твоя очередь. Какой же ты, Майки, слабоватый в плане вот именно урона. Так, маузер тут... А, он хиляет. Так, консервная банка выеживается. Давай-ка мы, наверное, с тобой пробьем все-таки муху. Тем более у нее была снижена броня. Так, консервная банка. Минус. И два маленьких маузера у нас здесь остались. Можно, в принципе, захиляться. Я даже сказал, нужно, потому что у Микеланджело очень мало здоровья было. Даже не успели восстановить ему полностью. Вот это плохо. Давай вот этого нащелкаем с тобой. Ай-яй-яй, Рафаэль, Рафаэль. Я думал, что ты сможешь добить его, но как-то не вышло у тебя. Но главное, что идеальная победа. Мы с тобой получаем вот эти вот, ребята, сюрикены. Чем больше, тем больше сундуков мы сможем с тобой открыть. Так, у нас остается две миссии. Вот это и вот это. Давай-ка начнем вот с этой миссии. Я знаю, ребята, это черепашки коварные. Так, ну их всего четверо. Я вот не могу понять, почему их четверо. Так, ну ладушки, давай посмотрим. Значит, так, нам бы, конечно, в первую очередь, наверное. Давай начнем с Дони, с Донателло. Попробуем его накрыть. Я не уверен, конечно, что получится, но надо постараться. Так, усиленная атака. Рафаэль, Лео, я не знаю, сейчас, наверное, отхилятся, да? Если, конечно, успеет. Давай-ка попробуем Лео с тобой бомбануть. Вау, круто. Так, Донателло. По-моему, это массовая атака. Ага. Слушай, нам срочно нужно захиляться. Смотри, здесь Рафаэль, конечно, хиляется. Молодец, красавчик, ничего не могу сказать. А мы продолжаем с тобой бомбить. Так, Дони, Дони, давай массовую атаку сделаем. Йо, просто тихо-тихо-тихо, не надо мне уничтожать Микеланджело. Я этого не позволю. И вертушку применяем. Ну, практически, ребята, идеально. Практически. Все, мы победили. И продвигаемся с тобой дальше. Так, что там у нас остается? Какие уровни? Какие миссии мы еще с тобой не допрошли? Все, да, все идеально, все хорошо. Остается... Раз, два, три, четыре. Четыре миссии еще нам нужно с тобой пройти. Ладно, приступим с этой. Наборы. Окей. И побежали. Так, Ванюша. Ванюша здесь у нас стоит. Ну, естественно, ребята, мы его сейчас быстренько попробуем пробить. Несмотря на то, что я повесил уклонение, оно не всегда может сработать. Понимаешь? Так, этому достается. Этого хлыща мы с тобой... Ага, не добили. А вот теперь, теперь да, теперь все окей. Слушай, здоровья у Майки очень мало. Нам нужно как-то хилочку где-то взять и подлечиться. Ох, ё-моё. Слушай, тут надо, наверное, я даже не знаю. Тут училка эта противная, она сейчас будет бомбить. Причем не по-детски, тигр тут не хилый. Что будем делать с тобой, а? Вот. Давай, попробуем постепенный урон повесить. Ну и причем довольно нехило побомбить. Так. Ах, смотри, смотри, что делают. На Майки нападают, потому что у него меньше всего здоровья. Это все в ихнем репертуаре. Слушай, если сейчас тигр сходит... Воу-воу-воу. Нам с тобой сейчас очень-очень крупно повезло, потому что Майки буквально на соплях там держится.
Хилки, как ты понимаешь, у меня нету. Давай-ка Маузер вызовем от греха подальше. Есть. Твою же маковку. Друзья мои, я не знаю, мне в следующий бой опасно брать Микеланджело, понимаешь? Его могут там уронить. А что же тогда мне делать? Как мне быть в этой ситуации? Да я даже не знаю. Просто не брать его, получается. Возьмем тогда с тобой, наверное, нет, не Зека. Возьмем, нет, Зека все-таки. И Железноголового. Попробуем вот такой командой. Ё-моёшечки. Да, а вот это вот, ребята, испытание на самом деле очень сложное. Несмотря на то, что у них, кажется, да, 80-й всего лишь уровень у наших противников, прокачка у них, поверь мне, на все 100. Ты смотри, что делает. Нам бы, по идее, хильнуться не помешало бы. Хилка у нас только лишь у Леонардо. И на самом деле я хочу ее приберечь, знаешь, для чего? Для того, чтобы взять в следующей пачке майки и хильнуться. Но вопрос уже в другом у меня заключается. А успею ли я или сможем ли мы здесь выжить до этого момента? Вопрос очень интересный. Так, вот этот вот... Слушай, ну тут очень сильный и Крис Брэдфорд, и в то же время Рокстеди тоже очень сильный. Так, давай, наверное, ракетами бомбанем. Ой, какой ты... Урон, честно говоря, не особо хороший получился. Так, минус Рокстеди. Давай попробуем с тобой завалить вот этого Бибопа. Так, Криса блокируем? Нет, не блокируем мы его. И это плохо. Сейчас он кому-нибудь ударит. У нас уклонения ни у кого нет. Единственное, что есть защита. Ага, он тоже вешает защиту. Слушай, ну есть шанс у нас с тобой. Правда, фиг пробьешь их сейчас. Смотри, какой мы наносим урон. Никчемный, просто никчемный. Давай я все-таки захиляюсь. Не буду я искушать судьбу. Сделаем с тобой отхил и попробуем пробить катаной. Трындец, ты прикинь, да? Вот этот вот супермощный удар всего ничего отнял у него здоровья. Он еще и захиляли по полной программе, ты прикинь. Блин, как мне не хватает уклонения Микеланджело, а? Так, ладно, бросим еще одну бомбочку с тобой. Сработало замедление, это уже плюс. Когда же у тебя спадет вот эта защита-то, а? Олух ты, царя небесного. Ладно, все, друзья мои. Мы подбили с вами Брэдфорда. Добили бота. Так, сейчас с этого ханурика. Вау. Фух, ну что я тебе могу сказать. Удачно, удачно у нас тут все получилось. Я вполне доволен. Но у нас еще не закончена битва. Очень много врагов. Погнали. Раз и два. Погоди-ка, раз и два. Почему? Вроде было больше заданий. Ладно, ребят, неважно. Поехали сюда вот. Тут их тоже четверо. Это у нас, ребята, оригиналы. Они шутить не любят. Я могу даже здесь потерять Зека, если честно. Если они сейчас... А у них инициатива здесь, поверю, очень-очень хорошая. Поэтому расслабляться нам не стоит. И, к сожалению, у нас нету с тобой бомб... О, есть массовая атака, отлично. Оу, Донни упал. Так, теперь нужно уничтожить Рафаэля. Ой, Лео, конечно же, Лео. Так, иммунитет, он тебе, парень, уже здесь не понадобится. Кого? Кого он нахлобучит? Прикинь, по Усаге ударил. Почти половину здоровья сразу отнял. Обалдеть просто. Ай-яй-яй, Майки сопротивляется. Есть. Слушай, друзья, ну, мне кажется, вот эти вот черепашки будут полегче, чем которые первые были. Так, ну ладно, мы с тобой передвигаемся на последнюю. Последнее же получается, да? Испытание, вот оно. Раз, два. Раз, два, три, четыре. Погоди-ка, кого я не взял? Нет, Рокзара я однозначно брать не буду. Берем Бакстера Стокмана. Короче, если здесь мы с тобой проходим на три звезды, у нас все будет идеально пройдено абсолютно. Так, начнем. С этим ханориком тоже шутить не стоит. Хилка у нас, не забывай, опять же только одна. И это у Леонардо. И она через один ход только откатится. Оу. Бибопчик, ты красавчик. Хорошо, что он начал бомбить именно Леонардо. Так, ну и Маузер тут плешивый. Сейчас мы его уничтожим. Блин, вот Зек хорош, конечно, своей бомбочкой. Но в плане остальных атак
он как-то не особо хорош. Нет, палец, выстрел из пальца у него тоже неплохо. Ох, ядрёна ложь. Провокацию брать? Нет, давай-ка вот так с тобой сделаем. Увеличим силу атаку на 75%. Рокстеди, на. Бомбани его ракетой. Добить его. Так, бомбочку бросаем, Зэк, давай. Потому что у нас Рокстеди, ой, этот, как его, Бакстер Стокман в критической, ребят, ситуации. Его могут завалить здесь, понимаешь? Хильнемся от греха подальше. Ой, ёпарс, ты зачем я отхил здесь же, ребята? Ты посмотри, у нас же запрет хилу. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, чё же я так лопухнулся-то? Это может сейчас непростительно быть, ребята. Нас могут с вами бомбануть. Все-таки я беру провокацию на Рафаэле. Чё-то я запереживал, если честно, очень сильно, потому что, ну, ты сам понимаешь. Так, добей его, пожалуйста. Молодец, Раф, молодец. Так, добиваем с тобой Рокстеди и муху. Баксов, почему ты промахиваешься, а? Ох, ё-моё, фух, меня ж отпустило, ребят. Ты сам прекрасно сейчас видел, все у нас получилось, слава богу. Ой, пужанулся слегка, ядрёна вошь. Ребята, ну что, на 100% завершение мы с вами забираем сундуки. Давайте открывать по одному, так будет интереснее. Коготь тигрины у нас есть. Так, ресурсы нам выпадают. Ну, Бакстер Стопан тоже. Так, пиццелиций. Дальше нам крысиный король достался. Так, ну давай, давай следующий. Смотри, ребят, сколько мы уже всяких ресурсов вытянули. Опять же, пиццелиций, паукус и ксевер Монтес. Давай посмотрим, что здесь. Так, Микеланджело, классика, выпал. Отсюда нам выпадает Майки оригинал и Донателло оригинал. Здесь Лео оригинал, да, Рафаэль и Майки оригиналы. Причем довольно неплохо насыпало нам ДНК на них. И последний сундук. Получаем с вами Рафаэля классического 3 ДНК и Донателло классического тоже 3 ДНК. Слушайте, ребят, я считаю неплохо. Я считаю неплохо. Мы с вами забираем реворд. Поднять уровень персонажа. Ну, это мы сейчас займемся. Вначале нам нужно искать остальные вещи для того, чтобы дальше прокачивать нашего Рокзара. И нам здесь не хватает очень много чего. Давай начнем с поиска вот этих вот кошек. Ага. Всякие билеты на Эйприл выпадают. Вот, одна кошка есть. Мутаген. О, тихо-тихо, не надо. Закончилось, да, у нас? Так, еще одна фигурка кошки. И последнюю нам нужно фигурку с тобой вытянуть. Есть, вот она. Так, друзья мои, здесь вроде бы... Ах, погоди, еще, оказывается, одна кошка нужна. Вот, выпала она нам. Так, дальше мы с тобой ищем... Давай, наверное, силовые ячейки Кренга будем искать. Попробуем вот отсюда. Микроскоп, это не то немножко. Ага, силовая ячейка, одна штука есть. Да, это будет проблема, на самом деле, с этими ячейками. Хотя они не раритетные, эти вещи, да? Должны выпадать более-менее нормально. Так, я задание-то выполнил или нет? Что-то я как-то... Да, выполнил. Значит, будем с тобой добором заниматься в следующий раз. Поднять уровень персонажа. Ну, давай посмотрим, кому мы можем с тобой прапать. У нас 18, ну, почти 19 тысяч мутагена. Кто здесь у нас хочет получить себе уровень? Давай-ка, наверное, начнем. Вот, Ксевер Монтес. Я его хотел до полтинничка прокачать, поэтому я отступать не буду. Все, друзья мои, полтишок как с куста. И забираем остатки наших наград. Все, друзья мои, переходим на арену. Турнирочка. Опять меня скинули в Лигу Сёгунов. Правда, ранг уже 21-й. Очень быстро скидывает. Моментально практически. И приступим. Так, тут у нас ВРД, Илье и Михаил. Начнем, наверное, с Ильи. Илюха, я думаю, ты готов. Так, 60... Ого! Слушай, здесь уровни-то какие зачетные идут. Семидесятники почти. Шутить так не стоит с ними, поэтому давай-ка мы, наверное... Да нет, нет, не тебе. Рокзара я тоже не хочу брать. Возьму железноголового. Ёпрст. Офигеть, будет очень быстрый
Будет очень быстрая арена у нас, судя по тому, кого мне стали тут давать. Хобана. И добиваем с помощью нашего Армагоши. Окей, ладно, первая карточка получилась более-менее удачно. Но расслабляться пока еще рано. Дальше враг будет только сильнее. Офигеть, это я еще даже не в мастерах, уже 70 уровень мне подсовывают. Вы совсем там что ли, ребят? Хе. Ладно, хорошо, 12-я позиция. Надеюсь, нам еще один бой, и мы с вами вернемся все-таки в мастера. Анечка, Рик и Марина. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, что же взять-то? Ну и давай, наверное, возьмем Маринку. Возьмем Маринку, возьмем обратно Леонардо. Тут 66 уровень. Максимальный. Попробуем, попробуем сразиться, одолеть нашего врага. Так, ну что, Лео, ты готов? Лео у нас всегда готов. Хоба. Так, этого добьем. А, ё-моё, это же обычная карайка. Какой добьем? Ну, пауку, сдавай своей паутинкой. Так, что-то сейчас будет. Будет что-то плохое для кого-то. Фух, успела выжить. Да, ребята, у нас здесь очень хорошо получилось. Никто не пострадал, поэтому мы с вами двигаемся далее. Ну, давай-давай, прогружайся там быстрее. Ну? Да ёпрасота, я думал, что попадем. Нифигашечки. Только лишь вторая позиция. Окей, давай посмотрим. Артемка, Руди. Нам нужно, по идее, драться с Артемом. Ладно. Раз нужно, значит будем. Зэк. Так, секунду. Брать. Ну, давай возьму тигра. И вот так вот сделаем. Блин, ну это риск. Риск большой, ребята. У него команда такая, довольно некислая. Кстати, знаешь, что я заметил? Что ни в одной из вражеских команд я не встречал, ну, предположим, Зека. Понимаешь, вот не видел я ни Зека. По-моему, тигра я не встречал. Вот именно во вражеских. Почему такое происходит? Без понятия. Ну что, друзья, мы с вами вернулись в мастера. 92-е у нас с вами место. Тут у нас Герардо, Харди и Кроу. Я выбираю тогда Харди. Те же кубки, но за меньший урон у врага. Точнее, не урон, а уровень. Возьмем вот такую вот троечку. И, наверное, вот так вот сверху бонусом пойдет у нас, да? Тимати и Сплинтер. Будем надеяться, что сейчас все хорошо получится у нас с вами тут. Ну, во-первых, уклонение. Им никогда нельзя пренебрегать. Теперь вертушку. И, наверное, упадут, да, сейчас? Ага, не тут-то было. Ну, волна добьет. Все. Опять же, идеально здесь получилось у нас. Двигаемся. По-моему, сейчас будет у нас заключительный с вами бой, потому что героев у меня осталось мало. Маловато будет, да, героев? Позиция 83, но хотелось бы на самом деле где-то до 50-й дойти. Это было бы вообще идеально для нас. Так, 64-й, 65-й, 67-й уровень здесь. Ну что, эти ребята будут у нас на сегодня последние на аренушке. Поехали. Попробуем все-таки прожарить. Так, Лео, ты готов? Поехали. Посмотрим, что ты здесь сделаешь. Отлично он здесь сделал. Посмотри, как он меня порадовал. С одной вертушки он практически 90% врагов уничтожил. Ну и Усаги просто потом добил. В общем, все. Сареношка на сегодня закончена. Мы попадаем с тобой на 74 место. Ближе к вечеру я, наверное, еще сыграю. Я должен укрепиться в Лиге Мастеров. До двух звезд я не знаю, сможем ли дойти или нет. Но надо попытаться. Сегодня воскресенье. Остается последний день. Завтра еще где-то до 12, до 2 можно попробовать удержать позиции. И все, потом неделя кончается и будут откаты. Так, у нас с тобой 89 монет. Давай зайдем с тобой в магазин и посмотрим. Так, здесь я ничего не могу взять. А здесь мы с вами берем... Да, на Донателло. Все. Шикарненько. Ну, по жетонам даже смотреть не стоит, там... Мы не накопили нужное количество.
Так, давай посмотрим в испытании. Я тут... Вот это я не прошел, да, полностью. А может быть и рискнуть? Может быть рискнуть, но тут, сам видишь, какая беда у нас. Такой командой вообще реально пройти на 3 звезды? Давай попробуем. Я очень-очень сильно сомневаюсь. Ну просто хочется на самом деле. И начинается. Все, ребят, я понял, почему у нас здесь не получится. У нас здесь хила-то нету. А без хила ты сам понимаешь. Тем более, смотри, у них крит-атака. Ох, вот это заточка, да. Ну-ка, если так, торпеды. Можно сделать, знаешь что? Нет, давай-ка, наверное, добьем. Так, а вот здесь вот я, наверное, пробафаюсь. На всякий случай. Так, и добиваем. Волна вторая. А у нас со здоровьем вообще все очень плохо. Печально, я даже сказал. Ну-ка. Неплохо ударило. Так, давай-ка, Армагоша, сделай свой суперудар. Ну, почти, почти у тебя хорошо получилось. Так, вот этого крысеныша надо бомбануть. Маузер хиляться будет? Нет, просто бомбанул. Так, минус. А эти сейчас начнут лучами бомбить. Ёлки-палки, все, карайку, скорее всего. Нет, смотри-ка, не стал он бить в карайку. Почему-то. Так, окей. Ну, я не знаю, ребят. Ну, как тут Шреддера одолеть? Ну, как вот ты его тут одолеешь? Если он сейчас начнет психовать, у него первая атака, естественно, да? И он уничтожит мне просто карайку. Давай попробуем, ну, куснуть его, что ли, я не знаю. Ой, неплохо куснули. Так, а проникающий хорошо сработает, как ты думаешь? И да, ну естественно, он сразу идет на карайку. Все, ребят, ну как ты не старайся, но не хватает. Может быть, не брать этих слабых персонажей, брать просто с собой Криса, да, и Армагона. Не знаю, друзья мои. В общем, попытка моя здесь провалилась полностью. И меня это расстраивает очень сильно, да. Ну ладно, ребятушки, получил зато микроскоп. Будем, наверное... Нет, пока не закругляемся. У нас же с вами есть пицца. И есть кто? И есть Джастин, которого нам нужно с вами найти. Только где он сам-то? Куда он опять спрятался, а? Так, секунду. Давай внимательно смотреть. Давай внимательно с тобой посмотрим. Вот он. А, нам всего лишь одно ДНК нужно на него. Ну давай. Не дают. Попытка номер два. Да ладно, вы серьезно? Вот он, красавчик. Да, друзья мои, ну что, апаем Джастина до 5-й золотой звезды. 10 тысяч мутагена придется потратить, да и бог с ним. Фух. Ё-моё, это что такое? Запах изо рта. Джастин выдыхает облако газа, окутывающее врагов. Разрушитель. Вероятность 25% ослабить защиту на 50% в течение 2 ходов. То есть, грубо говоря, ребята, он делает дебаф, да? Снижает защиту у врагов на 50%. Правда, шанс сработать всего лишь 25%. Ну, такой, знаешь. Но если сработает, то это круто, потому что, ну, 50%, ты считай, половину физзащиты снимает. В общем, я рад, по большому счету. Надо будет это все, конечно, прокачивать со временем. Ну, а на этом, друзья мои, мы, пожалуй-ка, и будем закругляться. Да, серия коротенькая получилась, но, тем не менее, продуктивная. Так что, всем удачи и до новых скорых видосиков.